Сочинка Елизавета Чупрынина разминается перед выступлением. На чемпионате России девушка представляет не только родной город и край, но и весь Южный федеральный округ. Спортсменка признается, несмотря на то, что без легкого волнения не обойтись, настрой на победу все же сильнее. Тренировки у нас проходят 2 раза в день. Тренировались долго, готовились хорошо. Надеюсь, хорошо выступим. Я надеюсь, родные стены мне помогут. А так увереннее более себя чувствую. Уверенность спортсменки на этих соревнованиях нужна особенно. На кону место в основном составе олимпийской сборной. Уже этим летом двое победителей чемпионата представят страну на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. К слову, художественная гимнастика в Сочи находится на весьма высоком уровне. Сказывается и достойное количество секций, и уровень подготовки спортсменов. Представители южной столицы постоянно пополняют состав основной сборной страны, да и сами организаторы все чаще выбирают именно Сочи местом проведения столь масштабных соревнований. Город, имея опыт проведения самых значимых всемирных соревнований, конечно же, активно принимает участие в организации всех спортивных соревнований на территории города Сочи. Это связано и с безопасностью, и с медицинским обеспечением, и с культурной программой, с экскурсионной программой. Всего в чемпионате принимает участие порядка 130 участников из 12 федеральных округов. Завершатся соревнования 17 апреля. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.